Всем привет! И сегодня мы будем травить и растворять латунь. Правильно. Всем привет, друзья! Для этого нам понадобится перекись водорода 60%, уксусная кислота ледяная почти 100%, 99,9%, и химическая посуда. Сейчас коллега положит латунную пластинку, 25 копеек, в чашу Петрик. Мы будем их очищать? Да, мы будем их очищать. Начиная с 2014 года, 25 копеек изготавливать из низкоуглеродистой стали с латунным покрытием. Для очистки или минимального отравления меди или меди, содержащих сплавов, таких как латунь и бронза, достаточно ледяной кислоты. Для того, чтобы растворить медь или ее сплавы, необходимо к уксусной кислоте прилить перекись водорода. Достаточно и 30%. Каяльник обрабатывалась. Вещества, да? А сейчас мы будем растворять латунь. Коллега, берите монету, которую мы очистили уксусной кислотой, да, и кладите в чашу Петри. Этот способ подойдет для растворения сплавов меди в местах, где она контактирует с другими металлами и где не подойдут азотные и концентрированные серные кислоты. Например, для извлечения латунной резьбы из металлической трубы или фитинга. Коллега, что-то происходит? Да. Это шипит. Шипит, да? Прошло 12 часов, и посмотрим нашу монетку. Поменялась она? Как видим, латунное покрытие полностью растворилось. Получился эксперимент? Да. Что мы сделали? Мы очистили монетку. То есть у нас была желтенькая монетка, а стала какая? Серебряная. Да, была золотистая, стала серебряная. Ну, все равно не поменяли цвет, да? И там, и там. Все, что всем? Всем пока.